Привет. Нас сегодня Миша снимает. У нас очередное домашнее задание для мамы вечернее. Показывайте, что мы тут сотворили. В общем, нужно сделать что-то, какую-то поделку из листьев. Времени у нас, конечно, не очень много. Ну, вот что смогли. Самое простое, это как вот идеи для тех, у кого тоже нет времени. Здесь у нас, Егор, рассказывай, что у тебя здесь такое. Это такая корзиночка и 4 листочка. Да больше у тебя тут. А что на листочке-то у тебя? Капелька дождя. Так, а у Снежи что у нас? У меня ваза, и там листочки. Букетик, да? Да. Из осенних листочков. Так. А на вазе у меня блестяшка. Жемчужинка. А у Василисы что получилось? У меня девушка осень. Вот такой импровизированный веночек. В общем, я сначала думала, что они сами справятся. Наклеят на клей-карандаш. Но клей-карандаш не справился. Во-первых, картон мелованный, гладкий. Во-вторых, листики не держатся. В общем, я их немножко им подкорректировала, переделала на горячий пистолет. Конечно, самим детям я еще пока не доверяю горячий пистолет, он опасный. Вася у нас все еще с мейкапом ходит, сейчас умоется. Это у нас гулять ходила на день рождения к своей подружке. Да, Васюш? Так, и у нас есть объявление. Для всех наших друзей, для тех, кто уже подписался на наш канал, и для тех, кто еще не подписался, у нас будет розыгрыш на канале. Без всяких конкурсов, без ничего, просто первый розыгрыш. Какие у нас будут призы? Так как мы все, я и Лера, мы рукодельничаем, поэтому и в качестве главного приза, и в качестве утешительных призов будет что-то из рукоделия. Ну и еще что-нибудь такое интересное мы придумаем. Посмотрим еще, на что нам бюджет позволит. Но призы будут интересные. И сам конкурс, вернее розыгрыш. Что он требуется? Нужно, если вы еще не подписаны, подписаться на наш канал. А также поделиться вот этим вот роликом, в котором мы объявляем о будущем конкурсе, в социальных сетях. Ну, в любой, какая у вас там есть, Одноклассники или Контакт. У меня в Контакте страничка открытая, можно туда прислать ссылку на то, что вы сделали репост. Мы разыгрывать будем по старинке. Соберем в какую-то коробочку бумажки, на которых напишем название канала и присвоим номер. И детки будут уже вытаскивать. Видео мы снимем. Никакой подтасовки не будет. Мы принципиально честные. Поэтому, в общем, кто выиграет, тот и выиграет. Но у нас есть еще одно небольшое условие. Мы в розыгрыше просим участвовать активных зрителей. То есть оставляйте, пожалуйста, комментарии под нашими видео. Ну, все несложные условия, правда? Да. И еще о дате. Даты проведения пока нет, но мы планируем провести это на тот момент, когда у нас будет 1050 друзей. Как только у нас счетчик покажет, что у нас 1050, мы сделаем розыгрыш. Так что ждите. Наверное, это будет уже скоро. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забудьте подписаться. Мы уже зазубрили. Зазубрили. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Блогеры.